Итак, привет, дружище. Сегодня у нас выходит достаточно простое, непростое видео, не суть. Ёлки-палки, уже 2 недели хочу добраться, прокачать себе силу. И вот сегодня именно этот день настал. Будем качаться. О, подожди, это знаешь вообще? Сделаем, ребятушки, для заставки. Типа... Нет, это я... Стой, я слишком большой получаюсь. Вот, ты подожди, ты там пока пельмени расчехляй, да, там лайк поставь. Подожди. Вот, нормально все. А? А как вам такое, да, ребята? Ладно, не суть. Короче, основной аккаунт. Сегодня надо прокачать силу. Сегодня будет стрим по битве гильдии. Посмотришь это видео, приходи, посмотри. Надеюсь, все получится у нас быстро. Давай без лишних разговоров. Хотя хер там. Куда без лишних разговоров? Короче, проблема у нас заключается в том, что как бы я буду... Я, видишь, я не прокачивал допа, я такой, ну вот у меня же появится какой-то недостающий герой, я ж возьму его, обязательно выбью, ну то есть, ну появится же недостающий герой, хер там, ничего не появилось, и как бы все, давай откроем ништяки. Один момент продавали механоида Альфу, но целого героя, но у меня, во-первых-то, особо времени не было, у меня на счету как-то денег тоже не было, только наличка, и как бы я не купил, продавали там за 700 рублей. Мне даже некоторые подписчики написали, вот, князь, ты можешь взять и купить, как раз тебе для коллекции, но, знаете, с другой стороны, даже если бы там была возможность купить, но очень обидно покупать героя, которого ты, опять же, почти собрал, ты тратил деньги на осколки, по чуть-чуть его собирал, и у тебя буквально осталось собрать там 25 сраных осколков, а в конечном итоге... Ты берешь его и покупаешь за, грубо говоря, налик. Ну, абсолютно тупорылейшая ситуация. Разработчики добавляли огромное количество героев, но при этом ты не можешь... Ты ничего не можешь. Ты послан в одно место. Да, ну окей, собери сам, еще можно фанатика собрать. Ну, как бы так вот. Окей, механоид Альфа фанатик. А еще есть этот эльф, или как он там называется, типа а-ля Антибард, помните, выходил герой. Но, как бы, его вообще не видно, не слышно, а мне его тоже не хватает. Ну, то есть, как бы, абсолютно дегенеративная ситуация, типа, их нельзя выбить за самоцвета, и при этом их толком даже и купить, приобрести нельзя. Ну, вот один раз, да, механоид Альфа выкатился, и собери сам фанатик. Ну, посмотрим, ребят, может быть, я это все и подсоберу. Так, что у нас тут? Окей, это мы все забираем. Вау. Так, это мы тоже расчехляем. Короче, смотри. Надо потихонечку, да, про битву замков не забывать. Какого-то допа возьмем, откроем. Самоцветов нету. Да, грубо говоря, если бы даже появился новый герой, не особо я его и смог бы прокачать. Ну, ничего страшного. Так, значки почета можем открывать смело, они пригодятся. Золото это есть. Это все тоже открываем. Всякого мусора у нас набирается. Что у нас тут еще есть интересного открыть? А, ладно, короче, давай переходим к героям. Сначала прокачиваем допа какого-то на уровень определенный. Слушай, хочу черепа открыть. Есть у меня череп? Наверное, нет, потому что всех черепов я уже, грубо говоря, пооткрывал. Можно, по идее, Ронина открыть. Подожди, ну вот у нас идут герои. Черепа нету, прикинь. Прикинь, как девки пляшут. Черепа нету. Кого я еще как допов использовал? Ну, можно Ронина открыть, к примеру. Хотя, опять же, Ронина жалко, да, нам нужны повторки для прокачки там этой залупы. Ладно, допустим, окей. Ронина жалко. Ну, что тогда, ниндзика открывать? Потому что, ну, Ронина, по идее, я буду прокачивать ему этими молоточками эту залупу, которую я не помню, как называется. 4 Ронина, как-то не хочется их переводить. Ладно, слушай, а вообще пофиг, ну, типа, разница там... А, подожди, можно душегуба? Давай душегубы купим. Может быть, он у меня даже есть, я не знаю. Тут такое количество героев, что у тебя прям... А, вот, есть, давай душегубы откроем. Душегубы всегда можно за КГшки купить. Потому, в принципе, не страшно. Сейчас мы ему просто... Так, у нас 178 тысяч силы. Душегуб, здравствуйте. Второй талант, окей. Выберите предмет. Давай сразу ему... Подожди.
пятерку. Пятерку ставим, заменяем. И я не знаю, как у меня допы. На девятку прокачаны. Ну давай. Раз, два, три, четыре. Окей, талант есть. Умения. Предметы. Так, судьбу сегодня будем качать еще. Будем качать прорывы. Ну, то есть, грубо говоря, по полной программе. Только допа расчехлим. Ой, там еще ману эту качать. О, не ману, а просвет. Вот это вот вымораживающая штука, на самом деле. Ты-то лайк-то поставил, там пельмешку-то заварил, дружище. Все, замечательно. Идем дальше. Так. 180 уровень. Теперь я его, по идее, эволюционировать могу. Повторки даже брать не будем. Так, эволюция у нас пришла. Дальше. Добавить опыта. Давай, полетели. Есть. Есть. А, ну сейчас у нас эти книжки будут заканчиваться. Давай, золотые. 5000 нам не жалко. Мы богатые ребята. Чё уж тут? Чё уж тут говорить? Усовершенствовать? 180 уровень. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче. Полегче. Золота не хватает. Но у нас есть мана. За счет которой мы сейчас ему прокачаем просвет. Ну, просвет, знаешь, такое, наверное, самое скучное прокачивать. И вымораживающее. Да? Тебе или надо на склад идти и расчехлять ману. Или тебе надо идти в рейды. Вот. И в рейды, наверное, все-таки похуже. Ну, ничего страшного. У нас запасы есть. Можем. Можем себе позволить. Так, раз. Усовершенствовать. Улучшить навык. Добавить опыт. Есть. Дальше. Че дальше? Все, 200 уровень. Я видишь, я поборщил. Я его слишком рано эволюционировал. Ладно, давай добавить опыт. Даже книг не хватит вот этих самых дешевых. Ну ладно, ничего страшного. Давай вот этими качать. А, ну и тут мы уже можем, да, все, до конца фигачить. Уже 180 тысяч силы. Ну, чуть-чуть хотя бы силу подниму. Хотя у меня 15 тысяч камней пламени. Вопрос, конечно, как я их буду сегодня распределять. Но каким-то определенным образом буду распределять. Так, ману тратим. Так, итого у нас уже 181 тысяча силы. Нормально идем, ребята. Перед битвой гильдии надо прокачаться. Надо подкачаться. Так, 27 бутылок маны. Расчехлили. Руны просветить. Давай. А, ну сейчас просто ману расчехляем бесконечно. И все будет хорошо. Все будет добро. Та-та-та-ра-та-та-та. Так, смотри. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. 93 уровень. Ну, допустим, идем дальше. Так, тут у нас. Оп. Тут у нас. Оп-оп. Давай-давай-давай, не останавливаемся. Есть! Есть, смотри, снаряжение. Кстати, здесь тоже можно было бы на что-нибудь другое поменять. Но это ладно, там уже все... Все у него в этом плане сделано. Мы ему умения прокачаем. А, вот, давай избавимся от этого говна. Так. Использовать. Есть. Есть. И, кстати, пора бы мне уже избавиться от синего этого гарнизона. Надо будет тоже какой-то день выбрать. И душегубами все забить. Но я думаю, это я уже буду делать как-нибудь на стриме. Потому что, ну так, на видосе делать, конечно, очень-очень лень. Так, окей. Умение. Чё ж я ему умение это не долбанул? Вот оно. Вот оно, счастье. 23 слизи. Плюс 780. Так, короче, уже 182 тысячи силы. То есть 2000 я поднял. Так, руны. Руны плевать. Ну, в принципе, это мы его качнули. Перейти, давай, раз, два, три, и все, и пока не дергаемся. Дальше, что у нас получается? Хотел прокачать просвет. К примеру, вот у меня где-то здесь командора была, не просвет, а прорыв. А, вот, ему еще прорыв надо прокачать. Вот что я забыл. Давайте ему сделаем 10 уровень прорыва. Так, авто, все, полетело. Так, ребят, ну что, у нас прорыв докачивается, и у нас, по сути, уже
Бабам, 10-й прорыв, отлично. Но мне надо идти с конца списка, так, королева ОС. Хотелось бы сначала важных героев прокачать. Седна. Седна, ладно. Некроз. Слушай, давай... А, у меня 24 камня пламени. Давай некросу 15 сделаем. Так, улучшить. Все, есть 15-й. Эй, стой. Смотри, короче, ну просто некроз заслуживает того, чтобы ему как бы поднять все это дело. Так, триант, ладно. Леди Божество, давай сразу 20-й. Вот. Сейчас поднимем силу и, грубо говоря, героям, которых я хоть иногда где-нибудь могу использовать, мы поднимем прорыв. Ну, насколько хватит у нас ресурсов, дамы и господа. Так, погнали, 20-й делать Леди Божество, она как бы это заслужила. А вам 20-й прорыв. Окей, дальше идем, поднимаем ребят нужных. До 15-го, до 20-го прорыва. Ну, хотя бы просто, чтобы они в списке ушли вперед. И это у нас вот Командора. Командора, я думаю, что она вполне заслуживает получить 20-й прорыв, потому что, возможно, в будущем я ей воспользуюсь, да, там, допройти подземки на 3 звезды до конца, и вот это вот все, как мы любим. Так что давай ей 20-й долбанем. Воу-воу-воу-воу! Так, смотри, 20-й прорыв на Командоре. Слушай, ну, конечно, когда 20-е прорывы качаешь, камни пламени тают прямо на глазах. Ну, идем дальше. Кто у нас еще заслуживает доп прорыва? Давай по приколу берсеркеру сделаем 15, мало ли пригодится когда-нибудь, где-нибудь, зачем-нибудь, для чего-нибудь. Итак, ребята, оп, останавливаемся. 15-й прорыв. Окей, 15-й прорыв у нас у кого? Правильно, у берсерка. Дальше, трианта я еще использую. Ну, трианта, я не знаю, гнать или не гнать. А кто у нас тут еще есть? Дама холода, до свидания. Это конкретный доп. Вот Ронин. Но Ронин, подожди. Ронин у меня есть основной, и он вроде прокачан. У меня же есть основной Ронин. Он Ронин. Да, видишь, Ронин есть, он 20-го прорыва. У Фрейчки бы там тоже прорывчик прокачать. А ладно, не суть. Листаем дальше. Кому нам еще 15? Это что у нас? Это стрелок. Слушай, давай из уважения стрелку сделаем 15-й прорыв. Ну, как бы он, я думаю, заслуживает. Да, я, конечно, сейчас там нигде его не использую, но, в принципе, он заслуживает. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, так, 15-й прорыв, окей. Мы медленно и упорно приближаемся к 1 200 000 силы, да? Кто тут еще у нас остался, незаслуженно забытый, никому не нужный? Слушай, я вроде какого-то некроса на 15-й уровень прокачивал, а какой его прокачивал, хер его знает. Подожди, стой, у меня там еще пару некросов, да, открыто? Сейчас, так, 15-й, где вы? Сука, ты прикинь, я доп некроса прокачал. С исцелением. Ну ладно, давай прокачаем вот этого некроса с огненькой. Не, ну а чё? Не, ну а чё, давай вот на 16-й тогда прорыв. Воспламени... Вот так, авто. Пускай у меня два некроса будут так прокачаны. Ну а почему бы и не да? Могу себе позволить, хотя осталось на самом деле меньше 13 тысяч камней пламени. А нет, ровно 13 тысяч, давай. Окей. 16-й, елки-палки, прорыв. Он ушел вперед. Все классно, все замечательно, все как мы и хотели. Дальше. Кто еще у нас тут незаслуженно забыт? Огнекрыл. Огнекрыл чистый из уважухи. Давайте ему 15-й прорыв. Одному из первых долбанем. Да, не будет сидеть как доп. Вроде это основной огнекрыл. Посмотрим. Алло, смотрите, значки почета закончились. Вот это поворот. Так, вот это поворот. Давай продадим тогда. Ну, надо нормально где-то. Давай 200 книжек продадим. Окей, значки почета у нас прибавились. И мы берем. Где-то он тут у нас есть, 14-го, да? Где ты, мой друг? Вот ты где. А и так, кстати... Улучшить навык. Ладно, пока мы сюда не лезем, давай просто воспламенение делать. Авто.
И сейчас мы сделаем 15 уровень прорыва. Так, и я все ближе и ближе к отметке 1 миллион 200 тысяч силы. Это у меня там было 74. Ну, короче, нормально, да, сегодня уже. Уже как бы качнули неплохо сегодня. Ах, так, идем дальше. Смотрим, что, кто, кого, зачем, почему, от чего, для чего. Так, Бугимен мимо Фобоса. Ну, кстати, Фобос заслуживает. Давай-ка, авто ему. Авто, я не знаю, Фобос, ну, какой-нибудь ему. Давай 20-й ему прорыв. Это уже будут последние камни пламени. Медленно и упорно мы приближаемся, ребятушки, к 20-му прорыву. Так, окей, отмена, все. Есть, дальше. Что у нас получается? Это 15-й. Так, листаем дальше, смотрим, кто у нас еще заслужил. Вот, заслуживает или в свое время заслужил, да, там, грубо говоря, респектос. Вальтора что-то, блин, Вальтор совсем старый, его прокачивать. Хотя, Купидон, Арес, Ведьма. Так, Триант. Вот Трианта можно тоже куда-нибудь. Воспламенение. Авто давай ему там чуть-чуть прорывы прокачаем, чтобы он вперед ушел. Вот. Чтобы мне листать долго не надо было. Дальше. Тут ниндзя. Атлантикора, кстати, да, я помню, использовал в прохождении разных локаций. Но сейчас, я думаю, пока что не надо. И мы листаем, и как бы, в принципе, никого не находим. Скиталец, доп. Так, малышник, тоже все не то. Допы. Ну, наверное, ну, типа, можно Седну. Зефирик второй. Ну, давай, Седну, воспламенение. Давай 15-й сделаем. Пускай все-таки будет. Па-бам, 15-й прорыв, у нас уже 1 миллион 204 тысячи силы. Это неплохо, друзья, но хотелось бы, конечно, больше. Так, еще листаем. Кто-то, возможно, тут еще был заслуживающий внимания. Розалинда, похеру, Хладный призрак, похеру. Можно, конечно, Зефирика взять одного, качнуть до 15-го. Ну, типа, как доп Зефирик, чтобы он там... А, ну давай Зефирика тогда и Вальтора качнем еще до 15-го. Я надеюсь, точно хватит. Так, смотри, 15-е. Зефирик 15-й. И давай старого доброго друга Вальтора. Вот он. Вальтор. Это же Вальтор, да, это Вальтор. Давай-ка ему теперь. Авто. Самый прикол заключается еще в том, что у меня как бы книжечки-то на исходе. Это пугает. Я привык жить с книжками. Сейчас их у меня уже скоро совсем не станет. Ну, давай Вальтору 15-е. 15-е сделаем. А остальное, остатки уже сольем в какого-то героя. Выберем какого. Сольем туда. Так, друзья. 15-й прорыв у Вальтора. И вроде бы как бы все. Вроде бы все. Нормально живем, нормально общаемся. Все хорошо. Вы же лайк по-любому поставили. Так, Купидон, Херпадон, Арктика. Блин, ну Арктика тоже заслуживает. У меня, правда, 2000 осталось всего лишь. 2000. Слушай, давай Арктику да, качнем, раз такая пьянка. Хотя у нее скин, конечно, некрасивый. Но давай качнем. Па-бам! Так, все. 15-я Арктика. У нас осталось совсем чуть-чуть. Ну и давай это мы влепим в кого-нибудь. Так. Мисс Магия. Слушай, а давай Феникса, ёлки-палки. Вообще, по-хорошему, если логично так подумать, то так как я использую Феникса на битве гильдий, и битва гильдия... Ну, как бы нужно всех героев с битвы гильдии на 30-й прорыв... Ах ты, ёб твою дивизию! Все, у меня книжки закончились. Йоу! У меня книжки закончились быстрее, чем у Камни Пламени. Точнее, Камни Пламени тоже там буквально на полшишки осталось. А, подожди, книжки появились. Сейчас все будет, друзья. Книжки появились.
Так, прорыв. Вообще надо, типа, было Феникса качнуть на максимальный прорыв. Давай, давай. Все, полетели, смотри. Оп, все. Снова не хватает опыта. Короче, 1 миллион и 209 тысяч силы. Вы в комментариях можете писать, сколько я силы качнул, но это еще не все. Надо, короче, долбить судьбу. Смотрим. Здесь судьбу можем делать? Нет. Здесь можем? Нет. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Тут на максимуме. О, можем мисс магии долбануть. Я как бы особо мисс магию не использую. Но, в принципе, можем. Только вот этих вот штук напокупаем. Есть. Купили. Использовали. Давай, улучшить. Все. Смотри. Сделали 15 умение, пускай. Дальше. А, тут мы ничего не можем сделать. Тут тоже судьбы не хватает. Феникс у нас на максимуме. Тыква на максимуме. А, не хватает Фреи судьбы. Командора! Что ты будешь делать? Можем командоре качнуть? Слушай, ну давай. Значки почета, правда, закончатся, и все, я дальше болт буду сосать. А, смотри, вот этих камней не хватает. Окей. Окей, я понял. Здесь судьбы не хватает. О, тут еще что-то хватает. Землеройку могу качнуть. Эти синие, синие камни закончились. Ну-ка. Так. А у меня их как бы и так нету, да? Ладно, давай продать. Здесь сколько-то? Ну, давай, давай 200 продадим. Давай, нет, давай 300 продадим. Есть. Смотри. Дальше. Берем. А, берем, 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 берем. Так, подожди, кого мы там качали? Я что-то уже и забыл, кого мы качали, друзья. Эй! Я забыл, ребят. Так, судьба. Командору не получилось качнуть. Ронин нет. Так, землеройку мы качали. О, значки. А, все! Все, значки почета закончились. Типа, иди ты нафиг, да? Давай обмен сделаем. Обмен. А у меня тут и как бы ресов нету сейчас на обмен. Да, тут Фобос раздают. Да ладно, тогда уже. Ну, не буду дергаться. Ну, как бы закончилось и закончилось. Что теперь делать? Посмотри, реально книг нету. 84 книги осталось. Я, конечно, могу это продать. Это сколько получится? Это 1 миллион значков почета. Давай по полной. Давай это все по полной программе. Землеройка, ты где? Оп. Судьба. Судьбинушка землеройки. И все. Дальше. Кто тут у нас? Тут камней не хватает. А, так, тут судьбы, камней. Ну, подожди. А, тут судьбы у Зефирика не хватает. У Зефирика вообще все очень жестко с судьбой. А, слушай, ну, вроде бы, вроде бы. А, хотя, опять же, мы можем еще питомцев поковырять. Я туда, на самом деле, уже очень давно не заходил. А можем там что-нибудь поделать. Тут что у нас по питомцам? Вот, смотри, вот этого можем качнуть. Маны не хватает. Ну, это мана, это не проблема. Хотя она уже как бы все. Ее уже почти нету. Сейчас, сейчас добьем последнюю силу, что возможно. Смотри-ка, да? Так, тут умение нельзя. Смотри, давненько я сюда реально не заходил. Здесь, конечно, по силе прибавка фигня. Ну, смотри, ангелочек. Бац. Слоненок пошел. Да ёб твою! Что с маной? Все, у меня сейчас еще и мана закончится. Подожди, мы гоним силу, друзья, по полной программе. Так, улучшить. Да. Дальше. О, это можем даже улучшить. А, ты с панчбокса. Посмотри, как мы можем улучшать. Сейчас снова мана закончится. И все. А тут что? Ерунда. Тут тоже ерунда. Ладно, надо ждать этот собери сам, или как оно там называлось. Давай. Так, все, последнюю ману использую. Ну, у меня еще пропуски волн по-любому есть. Ведь они есть. Ну, так, да, они есть. Есть, 714. Нормально все, живем, друзья.
Так, что я делал? Я помню, ребят, не напоминайте. Я питомцев ковырял. Давай. Улучшить. По полной программе. Панчбокс до 34 уровня. Божечки. Так. Та-дам! Ну и сила, как бы, ну, прибавляется мало, а телодвижений на самом деле много. Драго! Ай, это сейчас опять мана закончится, хоть самоцветы используй. Ты что ты будешь делать? А еще туда Феникса надо вставить, да, чтобы он опыта давал. А, так, где у нас Феникс? Давай Феникса. Ману давай. Хотя, знаете что, я думаю, что не буду еще дольше делать это видео. Ребят, вот этой фигней закончу заниматься, наверное, на стриме. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. И всем пока.